Дмитрий Шумский на Таиме трудится уже 22 года. Слесарь-ремонтник занимается обслуживанием грузоподъемного оборудования. Его работа связана с тяжестью, потому мужчину часто тревожит боли в шее. Теперь подбородком к этому плечу. Теперь к этому. Хорошо. Дмитрий признается, ходить по врачам ему особо некогда. Хорошо, когда специалисты сами проводят осмотры на базе предприятия. Эта идея, кстати, принадлежит первомайской организации «Белой Руси». Как говорится, экспресс-консультации не отходя от производства. Талон тоже взять и сидеть в очереди, здесь приехал, записался, то есть как бы на 11 часов я попал к врачу-неврологу. То есть выписала мне витаминки проколоть. То есть спросил то, что нужно мне было. У терапевта побывал. Как поддержать сердце, сбалансировать рацион и физические нагрузки? Это лишь часть тех важных вопросов, на которые получили ответы заводчане. Осмотры здесь провели врач общей практики, уролог, невролог и эндокринолог. Главная задача медико-социального проекта – донести до мужчин, что здоровье можно сохранить в любом возрасте. Потому как они все-таки наша опора, наша сильная сторона – поэтому им где-то меньше времени хватает для того, чтобы попасть к каким-то особенно узким специалистам. До Таима марафон охватил Бобруйск-Агромаш и завод тракторных деталей и агрегатов. Там каждому специалисту попали более полусотни сотрудников. В следующем году организаторы планируют продолжить движение и охватить как можно больше организаций. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.